Строительство развязки на Северном кольце завершится досрочно. Сегодня была открыта шестиполосная эстакада. Она разгрузит этот участок автомагистрали сразу на 80%, подсчитали специалисты. Они заверили, что в целом возведенный мост по праву можно считать не только красивым и прочным, но и экономичным. Фактически эта эстакадная часть строится по новой методике. Это система преднапряжения и идет на опорных частях плавающего типа. То есть это подвижный мост, и фактически это первые мосты такого типа в Алмате. Всего на строительство развязки потрачено более 8 миллиардов тенге. Из них десятую часть обеспечил местный бюджет. Подрядчики добавили, что полностью объект будет готов уже к июню следующего года.